Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Продукты из-за коронавируса подорожали на 5%. Об этом заявляют представители торговых сетей в кировском правительстве, где ведут мониторинг цен, считают такое повышение допустимым. По словам министра экономического развития Натальи Кряжевой, в случае резкого подъема цен, например, 5% в день, чиновники будут обращаться в УФАС. Сейчас поводов для беспокойства власти не видят. Дефицита товаров в Кирове и области нет. На складах ритейлеров есть запасы не на один месяц. Власти, напомню, начали ежедневный мониторинг цен на контроле 47 групп товаров. Программа «Экономика». Гордума согласует нового ответственного за бизнес в Кирове. Появившийся в этом году Департамент экономического развития и предпринимательства администрации города возглавит Елена Гущина. Вопрос в среду рассмотрит Дума. Гущина почти 10 лет работала на Кирово-Чепецком химкомбинате, затем в банковской сфере в областном фонде поддержки предпринимательства. Год назад перешла в мэрию, работала там в экономическом управлении. Оно наряду с управлением развития предпринимательства стало частью нового департамента. Экономика на 101 FM. В Кирове может появиться новый аквапарк. Это одна из концепций, которую рассматривает компания «Макси». Она планирует развивать территорию на Луганской 53. Среди других предложений появление между «Леруа Мерлен» и «ТРЦ Макси» мебельного центра или крупного фитнес-центра. Сейчас девелопер ведет переговоры об этом с партнерами. Осенью этого года планируется открыть торгово-развлекательный центр. Уже заполнено 75% торговых площадей. Объем инвестиций в проект «Макси» за период с 2017 по 2020 год составит порядка 3,5 миллиардов рублей. В завершении о валютах. Доллар на сегодня 80 рублей 88 копеек. Курс евро 86,71. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.